Снова крылья, снова штурвал. Михаила Девятаева, капитана сказочного корабля, по-старинному, по-волжски, приветствует великая русская река. На Волге его знают, любят, им гордятся. Пассажиры стремятся попасть на его метеор, на корабль капитана Девятаева. История его подвига известна здесь каждому. Он сделался живой легендой, и много удивительных рассказов ходит об этом человеке в народе. И уж, конечно, самыми восторженными почитателями Девятаева стали пионеры. Для них он один из тех легендарных героев Великой войны, которые своими подвигами, своей кровью и жизнью спасли мир от фашизма.